Книга «Открытым оком». Тема «Священство». Том 3. Вопрос 949. Много ли сейчас рукоположенных священников? И действительно ли они рукоположены? Как это проверить? Или так прямо и спросить их об этом? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Общее количество всех на земле рукоположенных священников знают только масоны. А нам зачем это знать? Каждому священнику при рукоположении выдается справка, вставленная грамота, где он рукоположен, кем он рукоположен, где, когда. Если священник документально не может подтвердить свое рукоположение, мы не должны признавать его, дабы не оказаться обманутыми. Об этом говорит и Библия, и каноны соборов. 1 Ездры 2.62. Они искали свои записи родословной, и не нашлось ее, а потому исключены из священства. 4 Вселенский собор, 13 правило. Клирикам, чужим и незнаемым в другом граде, без представительной грамоты собственного их епископа, отнюдь нигде не служить.